Да, за любовь к Гончаровой Пушкин заплатил своей жизнью. Но как это не трагично, какая еще может быть цена у великой любви? К 200-летнему юбилею поэта перед храмом Вознесения, где они когда-то обвенчались, установили фонтан, ротонду Наталья и Александр. Весной и летом там всегда много людей. Кто-то отдыхает в тени ротонды, кто-то рассматривает скульптуры Пушкина и Гончаровой. А кто-то фотографируется на их фоне, пытаясь, наверное, таким образом прикоснуться к этой прекрасной истории любви. На фоне Пушкина снимается семейство. Фотограф щелкает и птичка вылетает. Фотограф щелкает, но вот что интересно. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Все счеты кончены, и кончены все споры. Тверская улица течет, куда не знает. Какие женщины на нас кидают взоры. И улыбается, и птичка вылетает. И улыбается, и птичка вылетает. Мы будем счастливы благодарение снимку. Пусть жизнь короткая проносится и тает. Навеки вечные мы все теперь в обнимку. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Снимается семейство, как обаятельно для тех, кто понимает. Все наши глупости и мелкие злодейства. На фоне Пушкина и птичка вылетает. На фоне Пушкина и птичка вылетает. Семейный дуэт Лидия Чебоксарова и Евгений Быков.